Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Бельканто. Меня зовут Елена Корнелис Сысоева, я оперная и концертная певица и хранитель традиции старой итальянской вокальной школы по линии Мелокки и Дель Монако. Я высказываю свое мнение сейчас о красивом контральто Марии Бараковой. Последние годы я не очень часто смотрю конкурсы, потому что хороших конкурсов, которые бы не выдвигали каких-то своих домашних питомцев из жюри, очень мало. Обычно жюри лоббирует какого-то конкурсанта даже с не очень большим талантом. То есть все очень коммерчески завязано. И я была приятно удивлена тому, что на конкурсе Чайковского на последнем я услышала голос Марии Бараковой. И, конечно, с огромным уважением отношусь к ее первому педагогу по Новосибирскому колледжу музыкальному, который сделал действительно ее голос, ей голос. Это госпожа Балашова. Большое спасибо. Огромное удовольствие получаю от голоса Марии Бараковой. Это как раз тот момент, когда я была приятно удивлена. Действительно, талант. Очень молода, а правильно воспитана в смысле голоса. И, на мой взгляд, она все-таки контральто. И я думаю, о таких людях нужно, как ее педагог, как педагог Марии, вот госпожа Балашова, именно о них нужно чаще всего говорить. Я понимаю, что господин Вдовин всех ищет, да, но он никого не делает. Да, там такая хитрость была, да, еще. Да, он искал еще при Елене Константиновне Архиповой, да, теперь дальше ищет, но заслуга именно первого педагога, который действительно правильно все сделал. И я предлагаю вам послушать ее голос Марии, да, я поставлю несколько ссылок. Я думаю, что вы можете сами найти, что вы хотите, но хочу отметить, что действительно есть очень интересная контральто, на мой взгляд, в России. Очень талантливый человек, и дай бог, чтобы дальше у нее все сложилось и по карьере, и с голосом, потому что голос, конечно, он еще будет расцветать дальше. Она еще очень молода. И голос должен радовать сердца и души слушателей. Всего доброго, до свидания.